18 и 19 ноября в Доме правительства Московской области состоится второй международный агропромышленный молочный форум, организатором которого выступает правительство Московской области при информационной и организационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В этом году гостей форума ждет насыщенная деловая программа. Участникам предстоит разобраться с одним из главных вызовов современности – импортозамещением молочной промышленности. Четырнадцатого ноября в 13:00 перед зданием администрации в городе Сергиев Посад начнется вахта памяти по жертвам дорожных аварий, после чего участники акции пройдут пешком по проспекту Красной Армии до Успенского храма Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где пройдет лития. После богослужения прихожане отпустят в небо сотни воздушных шаров белого цвета, символизирующих души погибших в ДТП людей. Двадцатого ноября отмечается Всемирный день ребенка и Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день приемный представитель Уполномоченного по правам человека Московской области в Ленинском муниципальном районе проведет день открытых дверей, посвященный соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Консультации для вышеуказанных категорий граждан будут проводиться без предварительной записи по адресу: город Видное, улица Школьная, дом 17, с 13 до 17 часов. Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек, и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу: город Видный, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.